Леха, предупреждать надо. Всем привет, меня зовут Оксана Пикмулова, и это 6-й урок подтягиваний. Итак, переходим к вопросам и комментариям. Как всегда, наш неизменный подписчик – это Олег У. Какое максимальное количество подтягиваний ты делала? Кажется, я смотрела один из соревновательных этапов, когда тебе судьи не засчитали подходы. Наверное, раз 200 потянулось. Олег У. Количество подтягиваний в зависимости от стиля выполнения у меня разное. Если мы сейчас говорим про строгие подтягивания, то они варьируются от 20 до 25 раз. Про судей, то есть судьи на соревнованиях бывают разные, требования к выполнению бывают тоже разные. Но хочу сказать одно, если техника выполнения страдает и твое выполнение вызывает сомнения у судьи, то, конечно, если он более строгий, он может не засчитать повтор. Вполне возможно, тогда у меня было именно так. Оксана, научите, пожалуйста, делать подъемы с переворотом. Типа видео для девочек именно. Анастасия. В дальнейшем, именно сегодня, мы изучим киппинг-раскачку на турнике. Это подводящее упражнение киппинг-подтягиванием. И я думаю, что потом у нас будут следующие видео уже про подъем с переворотом. Сегодня я обучу вас технике киппинг-раскачки. Для этого мне понадобится мой ассистент Анна. Итак, одно из упражнений – это лодочка. Принимаем положение сидя, ноги прямые, коленки блок, носочки оттянуты вперед, руки прямые над головой, скругляем максимально поясницу. Должно быть ощущение, что вы плечами или грудью тянетесь к паху. Сейчас медленно-медленно скатываемся на поясницу, не касаемся лопатками и чуть-чуть отрываем носочки от пола. Носочки, ноги от пола. Да, это положение лодочки. Отлично. Следующее положение – это супермен. Переворачиваемся. Ножки, ручки параллельно полу. Поднимаемся. Обязательное условие – это отрыв груди от пола и отрыв коленей от пола. Ножки, ручки прямые. Это упражнение супермен. Напрягаем ягодички и поясничку. Теперь, чтобы почувствовать турник, включение плечей, мы берем с вами ПВХ-палочку. Хват как на турнике, когда вы подтягиваетесь. Чуть-чуть шире плеч. Положение как при лодочке. Ножки прямые, носочки оттянуты. Поднимаемся в положение лодочку. И я начинаю легко толкать ее, и она сопротивляется мне трубочкой. Расслабляйся. В этом положении у нас включаются плечи. То есть мы их выталкиваем вперед. Давай еще раз. Поднялись. Толкаю, и она мне сопротивляется, да. Руки в блоке. Ножки в блоке. Отлично. Переносим эти упражнения на турник. Висим на турнике и медленно пробуем повторить то, что мы делали. Первое положение – это лодочка. Включаем плечи. Следующее положение – супермен. Отключаем плечи. Отлично. Хорошо. Теперь попробуем это сделать в динамике. Анна, как это выглядит? Вот такая киппинг-раскачка должна у вас получиться. Супер. Давай пять. Итак, в сегодняшнем 6-м уроке я хочу провести маленький экзамен. Я даю вам тестовое задание, в котором вы должны определить максимальное количество безостановочных подтягиваний, строгих подтягиваний, по той технике, которую мы с вами показывали в первом уроке. Жду от вас результатов, видео. Видео можно оставить в комментариях в YouTube или ВКонтакте. Также можете скинуть в мою личную страницу ВКонтакте. С вами была Оксана Пикмулова. Всем пока! Аня, оставь мне торт, пожалуйста!